Врач, инженер и чиновник. Именно такого будущего для своих детей пожелали 68, 66 и 61% россиян соответственно. Это данные недавнего исследования Центра изучения общественного мнения. Его результатами с порталом РИА Новости поделился директор ВЦИОМ Валерий Федоров. А люберчане, в свою очередь, поделились с нами своим мнением на этот счет. Свободный микрофон на очереди. Раньше мама хотела, чтобы я была музыкантом, папа, чтобы экономистом, а бабушка вообще видела во мне актрису. А теперь они очень довольны тем, что я журналист. Ну а какие профессии люберчане считают лучшими для своих детей, мы узнаем прямо сейчас. Ну, наверное, врачом. А почему? Не знаю, мне нравится эта профессия, может, поэтому. Не, ну, конечно, это, чтобы он стал космонавтом. На самом деле, я сам мечтал в детстве быть космонавтом, так что как-то так. Врачом. Почему? Потому что врачи сейчас хорошо зарабатывают и хорошо живут. Просто были здоровы, счастливы. А кем это им выбирать профессию? Старший, наверное, больше склонен что-то мастерить, но инженером хотел бы, чтобы стал. А младший хотел бы, чтобы зубным техником, допустим, стал. Почему такой выбор? А потому что он любит лепить, что-то вот с плейдох, вот что-то он такой усидчивый. Нет, про профессию мы не думаем еще. Главное, чтобы вырос человека. Наверное, каким-нибудь начальником, либо руководителем. Кем он захочет? Ну, этого достаточно, мне кажется, да? Врачами. Но только одна стала врачом. Почему хотелось, чтобы это было что-то такое, связанное с такой помощью людям? То есть либо это врач, либо это производить что-то для людей очень важное и нужное. Вот. У меня нет детей, поэтому мне трудно рассуждать на эту тему. Но все-таки я думаю, что не важно, какую профессию выберет ребенок. Главное, чтобы он нашел свое призвание и стал счастливым человеком. Мария Лапчева, Сергей Гвоздев. Специально для рубрики «Свободный микрофон». Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.